пухнасті друзі бажають познайомитись. Виставка «Бухастики-пухнастики» у нашому місті запрошує дітей, батьків та усіх бажаючих потримати на ручках, погладити та просто познайомитись із цікавим світом кроликів. І не тільки. По інтелекту це той же самий кот. Полностью, физиологически даже, это тот же самый кот. Единственная разница, что это не хищник, он не ест мясо и имеет длинные уши. Если его содержать дома, даже крупную породу, производственную, его можно приучить к лоточку. Он будет ходить на лоток и жить у вас в доме просто как кот. Быть ужасно разными. Вот, к примеру, Баксик у нас вредина. Да, Баксик? Идем, покажу сейчас. Баксик у нас умеет хорошо прыгать. Вот, это львиноголовый. Кролик. Все, тише, тише. Ну. Ты же знаешь, что ты папин. Любимый, да, папин. Для того, чтобы завести кролика, нужно знать хотя бы то, что он кушает, рацион. Зачастую практически все проблемы со здоровьем у кролей возникают на почве того, что их неправильно кормят. К примеру, кролю нельзя капусту. А во всех мультиках, везде, во всех передачах показывают, что кролик кушает капусту. И морковь. Капусту и морковь. А вот морковку можно. Капуста вызывает вздутие. Он вот так вздувается или вызывает расстройство желудка. А дальше это вот так, 3-4 дня расстройства желудка, обезвоживание организма, последствия. Попугаев у нас двое. Это южноамериканский, ара. И африканский. Меня зовут Сара. Поэтому все фотографии с ней можно выкладывать в интернет, как я и Сара, клёво пара. А колечко у нее на ноге – это паспорт. То есть попугай, который рожден в неволе, ему присуждается в полугодовалом возрасте зачастую, одевается кольцо. Их и продают в этом возрасте. Они уже с полугода практически не растут. И уже практически сформировавшаяся птица. Хотя характер у них формируется очень долго, они живут как человек по возрасту. Лет 80-90. Вот у Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании, тоже жил вот такой же желто-синий ара, как и у нас. 111 лет прожил, 4 года назад умер. Есть у нас еноты, полоскуны. Полоскуны, они названы не просто так. Все, что попадает им в ручки, они в первую очередь полощат, стирают в водичке, если есть доступ к воде. Их содержат дома, их содержат в зоопарках, на выставках. По характеру это маленький ребенок. Если есть в семье маленькие дети, то не советуют заводить, потому что они очень ревнивые. В основном заводят те, у кого нет детей. Мячик, игрушки, все это они в лапках, в ручках, вот это. Если он живет дома, то он вот так, все, что плохо лежит, то, что он посчитает, что это плохо лежит, это вначале берется вот так в лапки, вначале идется, моется, потом пробуется на зуб. Ну, к примеру, нашел он посреди ночи ваш мобильный телефон. Ну, пошел его, постирал в водичке, потом попробовал на зуб, можно это скушать или нет. Если это скушать нельзя, он в вашем доме спрячет так, что вы это не найдете. Они воришки, ужасные воришки. Где-то что-то стянуть, где-то что-то украсть, порвать, разорвать. Ну, маленькие дети. С половиной килограмм веса, полтора года возраст. Зовут Джек. Порода называется бельгийский оберфландер. Растет на протяжении всей своей жизни. А сколько он живет? 10-15 лет. Тот, который живет в Британии, в Уэльсе, самый большой в мире кролик, на данный момент весит 25 килограмм, длина 1,30 м. Но вот у нас возики от борта к борту, это 1,45 м. Его на руки выбирать? Конечно. Я практически любого здесь кролика беру на руки. Это, ну, без проблем. Просто они есть некоторые более нервные, и пока если он успокоится и сядет спокойно на руки, это займет определенное время.
если мы кого-то новенького покупаем у фермера, там первые две недели мы запрещаем его трогать, поскольку там, фермер с ним мог контактировать раз или там два-три раза в день. То когда он здесь попадает, здесь много людей, много деток, которые его пытаются погладить в любом случае. Хотя там и табличка может висеть, что его нельзя трогать. Вот. Ну, за этим как бы контролируем, потому что для него это стресс изначально. Вот. А когда он через 2-3 недели привыкает, мы уже разрешаем их трогать, гладить. Если у него спокойный характер, брать на руки.